Так, все, говори. Сегодня я хотела показать, как прибавлять звук. Но у меня здесь компьютер, колонки, усилитель звука. У меня здесь показано, ну, наверное, как у всех, у кого есть компьютер, колонки, усилитель, я прибавляю громкость здесь. Вот у меня до 80 самое большое. Вот здесь, до 80. Вот, но это у каждого, у кого есть колонки и усилители. Сейчас я убавлю, потому что потом будет слишком большой звук. Теперь на компьютере здесь вот есть звук. Наверное, все знают здесь, как бы на панели внизу. Вот он показан. Мышкой, если... Вот сейчас у меня полный звук. Я веду мышкой, я его убавляю. Но я прибавлю до самого конца, чтобы вот прибавить. Это второе, что можно сделать на компьютере. Теперь третье. Сейчас вот здесь вот сам ролик. Ну, чтобы было понятно, вот возьмем, например, ролик, где я начитывала, ролик Вера. Вот здесь ролик. Сейчас, пока я выключила. Вот здесь показан звук. Здесь не все знают, меня вот тоже сын научил, как прибавить. Вот здесь вот показан полный звук сейчас. Вот мы его можем убавлять. Вот видите, я веду мышкой, я его убавляю. Убавляю, совсем убавила. Вот звук выключился. Теперь начинаю прибавлять. Веду опять мышкой. Вот оставим здесь. И сейчас я, например, включу. Пойдет запись. Книга «Открытым оком». Том 2. Звук. Вера. Мы слышим звук. Звук тихий. Мы сейчас Вера будем прибавлять. Люди прибавили. Богу через чудо. А вы говорите, что должны обращаться. Вот здесь полный звук. И сейчас люди верят в чудо больше, чем здесь у меня полный звук. Здесь у меня не полный. Вот сверху колонка, покажи, где колонка сверху, там идет звук. Вот, вот, вот колонка. Вот здесь в колонке идет звук. Но поскольку сюда вертать звук не полный, вот здесь я прибавляю. А мы проповедуем Христа распятого. Смотрите, какой звук. Для людей соблазн, а для Елена безумие. Иоанна 20:29. Покажем сюда. Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел меня. Все, звук убрали. Теперь смотрите, как мы прибавляем звук. 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Иудеи постоянно требовали от Христа чудес, знамений, и Он их осуждал. Опять звук убрали. 11:29. Теперь здесь. Когда же народ стал ходить во множестве, он начал говорить. Род сей лукав, он ищет знамения. Ток, вот, сейчас останавливаем ролик. Я еще раз говорю, можно прибавлять в трех местах. На колонке, на усилителе звук, ну как у каждого есть. Потом можно на панели, вот здесь вот я вам показываю. Мышкой мы прибавляем, здесь у меня полный стоит. То есть можно контролировать, убавить, прибавить, да? Здесь мы можем прибавлять, убавить, прибавить, там вот. До последнего у меня до 80 доходит. Это будет очень громко. И на самом ролике, вот здесь вот, вот мышкой мы прибавляем и убавляем. То есть, вот видите, звук включить, выключить, вот. Вот. То есть, это в трех местах, где... И я советую всем, значит, братьям и сестрам и слушателям проверить у себя на компьютере вот в трех местах. Вот здесь вот звук на панели и на самом ролике. На каждом ролике можно звук этот прибавить и убавить. И тогда у вас будет слышимость хорошая. Слава тебе, Господи!